Audi на московский автосалон привезла мировую премьеру. Это обновленная R8. Машина обновилась. Самое яркое, то, что и позиционирует Audi, это, конечно, новые светодиодные фары. Ну, это уже такая традиция от Audi. Новые светодиоды с каждой новой моделью. Из технических новинок это то, что теперь комплектуется новая 7-ступенчатая автоматическая коробка S-Tronic, которая, как говорится, лишена старых проблем, стала более быстрой, более четкой. И уже объявлены цены на этот автомобиль. Самая простая механическая коробка будет стоить 5,5 миллионов рублей, а самая дорогая R8 V10 550 лошадиных сил обойдется теперь в 7,5 миллионов.